В национальной кухне Черногории удивительным образом смешались кулинарные традиции множества народов – немцов, турок, венгров, славян и других соседних средиземноморских жителей. Развитое сельское хозяйство и практически полное отсутствие ГМО и химикатов делает блюда не только вкусными, но и полезными. А щедрая душа черногорцев отразилась на порциях одного блюда, зачастую, хватает нескольким людям. Изготовленный из молока продукт по вкусу похож на сливочный сыр кремового цвета. Консистенция у него схожа со сметаной. Жители добавляют продукт в различные овощные, мясные и рыбные блюда, тем самым придавая им сливочный привкус. Лучшее блюдо турецкой кухни данный деликатес является визитной карточкой Черногории. Это свиной сырокопченый окорок, разнообразные рецепты которого есть почти у каждой семьи. Пэршауте часто увозят в качестве подарка туристы страны, в магазинах он продается в удобной вакуумной упаковке. Лучшим местом, изготавливающим продукт, признана деревня Нигуше. Лучшие блюда греческой кухни чарбу готовят из мяса, телятины или морепродуктов. Национальный наваристый суп выходит сытным и густым. В отличие от ухи, чарба с морепродуктами не содержит крупу и включает в себя муку и целый букет приправ. К супу всегда подаются свежеиспеченные сырные лепешки. Самые известные блюда индийской кухни – эти свиные или говяжьи колбаски с луком считаются местным фастфудом, нередко подаются с картофелем фри. Обжариваются чевапи на гриле. Снизить калорийность можно, заказав в качестве гарнира овощной салат. Основа национальной кухни Черногории – мясо. Его здесь готовят изысканно и с любовью, запивают вином, приготовленным в местных виноградниках, и пивом с близлежащих пивоварен. Сача – это чугунный, тяжелый котелок, которым накрывается приправленное специями мясо ягненка с овощами. Поверх посуды выкладываются раскаленные угли. Почти у каждой страны есть свой особенный завтрак. В Черногории это – цицвара. В состав блюда входит молодой сыр, нарезанный ломтиками и растопленный – кукурузная мука. Все это мешают до тех пор, пока консистенция цицвары не станет похожей на кашу. К блюду всегда подается простокваша и картофель. Балканская кухня – это исключительно свежие и экологически чистые продукты. Каждый регион Черногории славится своим оригинальным блюдом. И неудивительно, что каждую новую поездку в страну будут открываться все новые вкусовые традиции и впечатления. Ставь лайк и подписывайся на наш канал.